Совсем. Меня зовут Константин Бир, не путать с пивом, заметьте, да. Вот как-то так получилось в жизни, да. Константин Бир, да, я сегодня буду презентовать новую программу. Волнуюсь, аж пятки вспотели, вот особенно левая нога. Левая, чувствуете, да? Пот пошел. Так вот, поэтому поддержите меня, новая программа, мой новый проект, прям песни не обкатываются, вообще сегодня это, они девственные, так что волнуются очень, да. А для меня тем более, а она, кстати, их не слышала, она так просто, она что-то там стучит, я не знаю, как эта херня, барабан это называется. Да я не знаю, что он будет играть. Я знаю только два инструмента, укулеле и на гармошку. Больше ничего не ухрени. И я надеюсь, что вы все здесь не укулеле, прекрасно себя чувствуете. Да? Сегодня у меня настроение ре-мажор. Ре-мажор это мажор. Хорошо, это минор. Отсюда ре. Что-то не стоит здесь. На сцене Константин Бир. Продолжаем. Песня называется «Кто успел, того и тап». Если можете, можете подпеть. Как какой-то резвый псих вдаль припрыжку убегает в бедных тапочках моих. Помолчи. Кто успел, того и тап. В небе солнышко поет. Успел того и тапки, мой прыщавый дружок. Ты не играешь, ты играешь. Но когда-нибудь я встану рано-рано поутру, я отомстил, чтоб хулигану тапки сам себе насру. Кто успел того и тапки, в небе солнышко поет. Кто успел того и тапки, мой прыщавый дружок. Вместе. Кто успел того и тапки, в небе солнышко поет. Кто успел того и тапки, мой прыщавый дружок. Она, кстати, потеряла девственность, она теперь уже не такая прекрасная. Вот я сразу убью. Нет, убиваться, мне еще нужно, надо еще постучать, там пару песенок, всего-то. Следующая тоже прекрасная песня, заметьте, прекрасная, прекрасная песня. Кто-нибудь что-нибудь постерил вообще в этой жизни вообще? Ну кто-нибудь что там, я не знаю, розетку чинил там кто-нибудь когда-нибудь? Люстру, я не знаю, кто-нибудь что-нибудь вообще нет. В общем, есть люди, которые все-таки считают, что они мастера. На самом деле не пришей, пизде рука. Понимаете, я слышу, я эту песню тоже не слышала. Песня тоже девственная, и она ждет своего часа. Стулья, что доска, дядя Ваня в чем-то прав. Не пришей к пизде рукам. Не пришей к пизде рукам. Ёбушки-воробушки. Главное, ёбушки-воробушки. Интересно, девки пляшут, подавали шибко машут, ноги дрыгаются в такт, что за сцена, что за акт. Интересно, девки пляшут, под ногами пол. Оп! Как вам песня, нормально пойдет? А что, все что ли? Ляпушки, воробушки, мне важно обуться. Ляпушки, воробушки, люди женятся, не бутся. Ляпушки, воробушки, мне важно обуться. Интересно, девки пляшут и ногами быстро машут за
развиваешься и в них станешь пленником у них. Раз про девочек, да, девочка впукнула в классе, вот прекрасная песня, да. Не, я знала, что... Что ты знала? Что ты знала? Что не надо выходить на сцену, блядь. Не, всякие бывают, бывает и в классе. Так, даже у девочек. Так, отключайся, я не знаю. Как вам эта песенка? Название, в принципе, хорошее. Про женщин заебусь понравилось. Господа, последняя замечательная песня. О! Я волнуюсь, не знаю, как и девочка, наверное, в этот момент. Она в этот момент не волновалась, волноваться начала позже. После. Итак, я хочу напомнить, кто не знает, давайте знакомиться еще раз. Меня зовут Константин Бир, новый проект мой, «Рок Перфект», прекрасное название. Она вот пухнула в классе, она не ожидала, когда так произошло, да. Ой, не могу, волнуюсь, не могу. Начинаю уже, пиздец. Баллада, девочка пухнула в классе, средь гробовой тишины. Нету позора ужасней, нету серьезной вины. Девочка пухнула в классе, средь гробовой тишины. Нету позора ужасней, нету серьезней вин. С вами был Константин Бир. Добрый вечер, клуб Лихоборник.